Это новичок, сэр. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Захаев. Имран Захаев. Моя кровь на их руках. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Уничтожай. Молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько посажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, пустая срата пуля. Вы мазила и выглядите, как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Развернитесь и стреляйте по мишеням. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Стреляйте навскидку, рядовой. Примерно как в боевиках. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Стреляйте навскидку, рядовой. Примерно как в боевиках показывают. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Стреляйте навскидку, рядовой. Примерно как в боевиках. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Стреляйте навскидку, рядовой. Примерно как в боевиках. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Стреляйте навскидку, рядовой. Примерно как в боевиках показывают. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Стреляйте навскидку, рядовой. Примерно как в боевиках показывают. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Рядовой. Примерно как в боевиках показывают. Понятно, что я имел в виду. Дождь, пуль повсюду.
Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Аллен, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельте с помишени. Рядовой Аллен, прежде чем открывать огонь, прицельтесь как следует. Не забывайте пользоваться прицелом, рядовой. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Рядовой, попадите в цель сквозь преграду. Рядовой Аллен, поразите цель сквозь преграду. Рядовой, попадите в цель сквозь преграду. Рядовой Аллен, поразите цель сквозь преграду. Рядовой, попадите в цель сквозь преграду. Рядовой Аллен, поразите цель сквозь преграду. Рядовой, попадите в цель сквозь преграду. Рядовой Аллен, поразите цель сквозь преграду. И последнее, по счету, но не по значению. Осколочная граната. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Спасибо, рядовой Аллен. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отсчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Интересно, почему они сразу не поручили его нам? Рейнджеры ничуть не хуже той же Дельты и спецназа. Впрочем, командованию как... Зачисти первый сектор! Ну, давай! Следи за гражданскими! Просто смени оружие. Это быстрее, чем перезарядка. Не тормози. Время идет. Ты убил гражданского. Ладно, Аллен, продолжай. Тебе тут еще 4 месяца торчать. У тебя несколько промахов. Не останавливайся. Прекрати стрелять от бедра. Посмотри в прицел. В рукопашную. Ножом. Все чисто. Прыгай. Последний сектор. Давай, вперед. Ладно, приступай. Отчет времени начнется... Зачисти первый сектор. Ну, давай. Прекрати стрелять от бедра. Посмотри в прицел. Прицеливайся, рядовой. Смотри в прицел, Аллен. У тебя несколько промахов. Не останавливайся. По лестнице. В рукопашную. Ножом. Последний сектор. Давай, вперед. Ты еще
выходу. Время идет. Эти парни реально крутые. Ты не безнадежен, но надо потренироваться еще. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, иди наверх к остальным. Всем хантерам, внимание, мы выезжаем. Не выходит на связь. Все по местам, начинаем движение. Армия в истории человечества. Каждая битва — наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы...